So you had me bite through the bullet. I won't play a second fiddle with you. You look away just when they pull it. You gotta step up, yeah, you miss your you. Ooh, ooh, your time is up now. I'm no fool. I know what you are up to, keep things cool, but it won't help you. Help you this time. This time. This time. No, no. Привет, ребят. Так снимает с камеры в телефоне Xiaomi Redmi 6. Ну что, вдруг кому-то интересно. Я не знаю, ну что, включил дестабилизацию, но в любом случае в картинку вы увидите специально. Я показываю освещение, да, что куда и как идет. Чистое небо и классная погода. Идем по чуть-чуть, чтобы вы, ну что, в чем суть, чтобы вы увидели стабилизацию, и самое главное, покажу автофокус. Ну, включается и срабатывает, по-моему, супер. Есть. И снова разворачиваем. И идем сюда. И конечный итог, естественно же, вы увидите. Склею все в кучу, чтобы вы картинку, ну, чтобы живу. Вот такие вот дела, ребят, есть. Снова всем привет, ребят. Так снимает камера телефона Xiaomi Redmi 6. Ну что, вдруг кому-то интересно, ну что, писалось, что Full HD пишется. Я не знаю, какая картинка вживую. Включена стабилизация, чтобы вы увидели. У нас шикарнейшая погода. Я, ну, вдруг кому-то интересно все-таки, какая картинка в конечном итоге. Я специально покручу вот так его чуть-чуть, чтобы вы увидели, что куда и как. В чем прикол? Что солнце до такой степени сильное у нас, что жарко. И хотя вообще типа осень идет, а по факту, ну что, все в футболках и пекутся под солнцем. Всем спасибо. Мир.